Организаторы обещают, как всегда, насыщенную программу, конкурсы, премьерные кинопоказы и, конечно, встречи с известными актерами, режиссерами и другими деятелями киноискусства. Имена некоторых из них нам раскрыла директор концертного зала «Летняя эстрада» Вера Халина. Хочется подчеркнуть, что вновь после отлучки определенной, 15-летней, включился в фестиваль, проведение его, в организацию его, в режиссуру его включился академик Сергей Владимирович Новожилов, очень интересный человек, умница в проведении фестиваля, и недаром его в свое время пригласили для установления более тесных российско-китайских отношений на Дальний Восток, где в городе Благовещенске 15 лет назад состоялся фестиваль, который назывался, внимание, «Эхо киношока на Амуре». Поэтому судите сами, настолько он просто обязан быть, данный фестиваль, интересным. Интересные лица представят его. Это Светлана Немоляева, актриса всех поколений, я бы так сказала. Это Дюжев, это Валерия Ланская, это Ивар Калныш. Это очень многие актеры, которые представляют собой кино России, кино зарубежья, дальнего и ближнего. Готовится Стивен Сигал, имеет отношение и может быть. Самым ярким и зрелищным обещает быть торжественное открытие фестиваля. Оно пройдет в Летней эстраде. В этом году зрители ожидают массы сюрпризов. Решили сделать серьезней, красивее и солиднее церемонию. Начнем с открытия, скажем так. Да? Она будет украшена выступлением Наташи Королевой с коллективом, абсолютно новой Наташей Королевой, следует отметить. Вот. Многочисленными концертными номерами, представленными и молодыми, и не совсем молодыми, но известными исполнителями. Тем, кто хочет выбрать лучшие зрительские места, билеты стоит приобретать уже сейчас. Сделать это можно через интернет на официальном сайте Летней эстрады или в кассе концертного зала. Цена от 800 до 2000 рублей.